Меня зовут Рудакова Ксюша, я партнер компании Greenway. И придя в сетевой, я создала свой клиентский чат и наполнила его своими знакомыми и каким-то там кругом, с кем я общалась. В какой-то момент я поняла, что этот круг традиционно накупился, и стало очень сложно делать тот товарооборот, который мне хотелось бы. И что мой наставник мне рассказал про возможность онлайн-трафика, и я начала тестировать на себе эту возможность. Это запись роликов, размещение их в Инстаграме, то есть в Рилсах, и тем самым появилась у меня воронка в мой клиентский чат. И я вам хочу сегодня показать свои результаты. Первый свой Рилс я выложила 2 недели назад, и тот результат, который у меня сейчас с него есть, с моего Инстаграма, я вам сейчас покажу. Смотрите. Итак, вот мой Инстаграм. Сейчас в нем вот 2000 подписчиков. 2 недели назад в нем было 142 человека. Я выложила свой первый рилс, который у меня по обучению, вот он набрал, вот видите, 293 тысячи. Если посмотреть вот эти ролики, которые ниже, они, конечно, все подтянулись уже под этот рилс. То есть на них было в среднем просмотров где-то там 50, 60, 100 на каком-то. То есть сейчас, вот если посмотреть, у меня на вот этом вот первом моем рилсе, который вот про масло чайного дерева я выложила. Сейчас я вам покажу в доказательство того, сейчас вот этот вот ролик посмотрим с вами. Ну, я звук не буду включать, потому что иначе меня будет не слышно. В общем-то, здесь в конце у меня прям будет скрин с моего аккаунта, где я приглашала людей в свой клиентский чат, и как раз-таки там видно количество человек, которые у меня было на тот момент. Я его сделала прям вот, чтобы сюда прикрепить, когда монтировала этот ролик, чтобы его прикрепить сюда, к этому видео. Так вот, сейчас у меня постоянно, каждый день добавляются люди, причем они добавляются не только в Инстаграм, но и переходят по ссылке в мой Телеграм-клиентский чат. Сейчас мы вот ролик дойдем до конца. Вот, смотрите, 142 подписчика у меня было на этот момент. И вот я даю ссылочку на свой чат. И в тот момент у меня в чате было 98 человек, сейчас в моем чате 173 человека. Вот, собственно говоря, видно, как люди присоединяются в мой чат. И я хочу предложить вам через неделю сделать еще один срез и посмотреть, что же произойдет в моем чате, в моем Инстаграме еще за неделю работы с рилсами. Я вам сейчас еще покажу количество заявок, которые приходят, то бишь с роликов. Заходим. Это вот все отвеченные сообщения, люди отправляют запросы. И вот смотрите, я вчера вечером отвечала на запросы, обработала все. И вот смотрите, 33 запроса в настоящий момент. Смотрим, что здесь. Лизин. Это вот последний ролик, который у меня был. Он был про лизин. И вот 60+, это тоже ролик. То есть я по определенной структуре пишу описание, выставляю ролики. И вот люди запрашивают вот эту информацию. Как раз-таки с этих вот ответом на это сообщение будет у меня перевод в клиентский чат. Так что посмотрим, что будет через неделю.